Всем привет! Сегодня на моем канале мы приготовим с вами замечательно вкусное горячее блюдо под названием стежки. Готовятся они из фарша. Обалденно вкусное горячее блюдо точно подойдет для праздничного стола. Грибы я заранее пережарила с луком на небольшом количестве подсолнечного масла. А яйца отварила. Берем фарш, солим и перчим его по вкусу. Добавляем его пережаренные грибы. Тщательно перемешиваем. Берем форму для запекания. Формируем шарики. У меня их получилось 10 штучек. Белки трем на мелкой терке. Добавляем к ним 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем. И выкладываем шапочки на наши шарики. Натираем сыр также на мелкой терке. Посыпаем им сверху наши стежки. Запекать ставим в разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 40 минут. И вот они готовы. Снимем пробу. Какие они красивые, нежные и безумно вкусные получились. Готовьте, подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Вы самые лучшие. Я вас очень-очень люблю. До новых встреч. Пока-пока.